Six men. Доброго вечора, уважаемые павлинцы, скорбим сегодняшнего праздника. От всей души поздравляю вас с сегодняшним праздником, с Днем Республики. Действительно, мы гордимся, что живем в Республике Татарстан. Ведь ни в одной, наверное, регионе столько дел не делается, такие программы работают. Вот сегодня мы открыли, торжественно открыли этот прекрасный сквер, влюбленный. Надеюсь, что этот сквер будет работать только в добрых делах. Пусть в этом сквере молодые люди знакомятся, поговорят семьи. Пожелаем им этого всей молодежи. Еще раз, с этим праздником. Спасибо большое, и мы переходим к церемонии награждения. Поощряется благодарственность письмами руководители исполнительного комитета Павлинского муниципального района Республики Татарстан, участники проекта «Победа» 2016 года по восстановлению боевой машины «Ренатен» Катюша, Хамидуллин Ильдар Назимович, частный предприниматель Хамидуллин. Для вас поет Саида Ахмедзянова.